Теперь в арсенале мангоставских полицейских есть спасательные жилеты, тросы, гидравлические инструменты, огнетушители, многое другое. Уже оснастили 10 экипажей, которые патрулируют берег моря. Также еще 150 планируют выдать необходимого инвентаря. Это позволит поборникам закона еще до приезда спасателей прийти на помощь. Более подробно в материале моих коллег. Октавские полицейские давно пересели на электромобили, квадроциклы, освоили верховую езду. Теперь перед ними стоит еще одна немаловажная задача – спасать людей на воде. Им уже выданы, помимо спасательного инвентаря, гидравлические резаки и аптечки. Данное оснащение не просто актуально. Это позволит полицейским более оперативно прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде, без риска для собственной жизни. Мы все помним случай, когда наш коллега из Атырау героически погиб, пытаясь спасти тонущего. В этой связи, согласно приказу министра внутренних дел, патрульные экипажи оснащены спасательными жилетами, специальными оградительными лентами, оборудованием пожаротушения, гидравлическими резаками, медкомплектами и другим оснащением. Год назад был случай, когда полицейские спасли двух утопающих в Актау. В тот день люди просто понадеялись на свои силы и решили поплавать, несмотря на сильный шторм и большие волны. Тогда полицейские, проявив героизм, рискуя своими жизнями, бросились на помощь. В то время у нас не было таких жилетов, не было жилетов. Но благодаря министру МВД нам выдал жилеты, спасательные жилеты. И другие обмундирования. С приходом летнего периода и началом купального сезона активизировалась работа правоохранителей. Все экипажи, патрульные службы оснащены специальными средствами спасения людей. Это позволяет до прибытия спасателей снизить риски летальных исходов. Однако, по словам полицейских, граждане в первую очередь должны думать о собственной безопасности, не игнорировать предупреждения, не купаться в запрещенных местах. Салтанат Айджанов, Руслан Агаев, Архат Шаткам, Каспий Ахпарат.